Сегодня глава Чувашии посетил с рабочим визитом Шамуршинский район. Михаил Игнатьев провел встречу с руководством муниципалитета, принял участие в совещании, в ходе которого были подведены итоги социально-экономического развития Шамуршинского района в 2015 году. В ходе встречи с главой Шамуршинского района, председателем собрания депутатов района Минером Хамдеевым и главой администрации Шамуршинского района Владимиром Денисовым были обсуждены вопросы пополнения доходной части бюджета муниципалитета, развития сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, строительства жилья. На совещании глава администрации Владимир Денисов сообщил, что в 2015 году консолидированный бюджет района исполнен по доходам в сумме 248 миллионов рублей. Доходы снизились на 11%. Полтора миллиона рублей меньше стали поступления от НДФЛ. Глава администрации обозначил имеющиеся резервы. И основными задачами летом является у нас увеличение поступления от продажи аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, активное выявление и постановка на учет объектов недвижимости, как бесхозяйных с последующей приватизацией, ужесточение контроля за своевременной уплатой арендных платежей. На совещании также говорили о необходимости привлекать инвестиции в развитие фермерских хозяйств. В числе первоочередных задач назвали подготовку к весенне-полевым работам.